Красноярске открылась новая станция городской электрички. Она называется «Северное шоссе». Здесь будут останавливаться все электропоезда, двигающиеся по маршруту железнодорожный вокзал «Бугач» Красноярск-Северный. Эта платформа расположена недалеко от улицы Светлогорская в Советском районе, рядом с развивающимися жилыми комплексами. Построили ее по всем современным стандартам. Для пассажиров созданы комфортные условия, есть навес, освещение, пандусы, тактильные указатели. Эта платформа «Северное шоссе» появилась здесь не случайно. Она находится в самом густонаселенном районе города. Это Советский район. Население Советского района примерно 400 тысяч человек. Поэтому, конечно, при рассмотрении места выбора платформ мы руководствовались именно этим. Помимо этого, в шаговой доступности от этой платформы находится спортивный объект «Арена Север». Это Ледовый дворец, который также будет участвовать в мероприятиях Универсиады 2019 года.